очень большую роль играет консультант, когда вот он несет заказ клиенту. Я заказала очищающий крем алоэ, и когда Саша мне принес его, он мне, конечно, ничего не рассказал. Он же мужчина, он ничего не понимает, да, в этом. Значит, я стала что делать? Раз написано очищающий крем, я стала на ватный диск очищаю, потом тоником протираю, да, где-то что-то прочитала там, да, и потом наношу крем. И у меня лицо все вообще вспухло, красное. И только тогда, когда вот я стала там, ну, смывать водой, думаю, ну, что-то не то, у меня все тут липкое, все такое, ну, вообще неудобно. Я прочитала на упаковке, написано, на небольшое количество геля, крема, выдавливаете на руку, умываете, да, массажными движениями и смываете водой. То есть я водой не смывала. Вы знаете, очень большую роль играет вот то, как консультант приносит заказ, потому что бывает иногда клиент не на то место намажет. Ну вот серьезно, да, у нас такие случаи были, когда шариковые румяна ели, думали, что от них румянец будет. Ну, понимаете, это все вообще зависит от консультанта. Ну, естественно, и нужно почитать, да, чего там написано. Поэтому, значит, у меня был вот такой неудачный опыт, но я очень, мне нравилась косметика, я верила в то, что, ну, наверное, мне просто не повезло. Значит, впоследствии...